Ну что, почти 2 часа ночи, Хиггсу заняться нечем. Ну как нечем заняться? ГТАшечка все-таки на ПК выходит, да? Хоть я, конечно же, и прошел ее на Xbox 360, но это все-таки на ПК выходит, на родимом ПКшечке. Я все-таки не консольщик, как никогда. Судя по каналу-то, тем более, что я не консольщик, и неудобно мне на джойстике было играть, тем более я на 360 Xbox проходил, а тут сейчас с нормальной графоуни там все дела. Так, ну чё, я вообще частенько ночью не сплю, да, просто сижу, всякую херню смотрю, так что, может, конечно, вам показаться, что это видео, чтобы набрать там лойсы, да, там классы набрать, там просмотры, ну, я надеюсь, что это видео не соберет там 100 тысяч, там 200 или 300 тысяч просмотров, как это у меня было GTA 4 на максе легко. Так, ну чего, ГТАшечка, в корзину? Ты что смеешься? У меня предварительная загрузка. Ну-ка, что, я прям сразу могу запустить? А, ну, в принципе, все правильно. 2 часа ночи, 4 минуты, 2 минуты, 1 минута. О, господи. Да ладно, я-то думал, она еще будет качать там по полчаса. А, ну в принципе. Сейчас, знаете, вот главное успеть именно, пока еще народ не подтянулся, потому что иначе ее будет вообще просто не скачать. Я, конечно, предварительную загрузку уже давно сделал. Кстати, хочу спасибо сказать, пока не забыл, тому человеку, кто меня подогнал. Это мой коллега по цеху, братюня, не знаю, как можно еще назвать. Коллега тоже по Total War, это Тямыч. Спасибо ему за то, что он подогнал. Подгончик такой небольшой мне сделал. Охренеть. Спасибо тебе. Так что скоро ждите, там будем в сетевые хернюшки рубиться. Ну чё, контент еще зашифрован. Ты смеешься, что ли? Это не смешно. Это не смешно. Это совсем не смешно. Как он может быть зашифрован, если уже 2 часа ночи? Вы что, врете мне? Вы что, мне врете? То есть, если я сейчас нажму, начнется играть? Контент все еще зашифрован. Смешно, смешно. Что-то не удалось. 2 часа уже, 2 минуты. Так, ну давай, родимая. Зашифровал. Ах, опаздывайте. Я только что мог сейчас ее это запускать. Какой хер в корзину, если она у меня уже это приобретена? Сейчас смеетесь, что ли? Ну давай, в корзину ее. А, нет, вот уже можно играть, идиот. 2 часа ночи, ребят, что вы хотите? Давай, страница в магазине. Видимо, она еще это, как раздупляется, потому что один из первых сейчас ее запускаю, можно так сказать. Хотя, когда это видео выйдет, понятно, то есть пока еще ничего невозможно сделать. Пока она еще недоступна. Где скотина-то такая? Вообще просто взяла, куда-то вышла. Играть. Я хочу играть в GTA. Хочу посмотреть, потянет ли мой компьютер. О, нет? Давай, я тебя замучаю. Я ж тебя замучаю, скотина. Ну ладно, господи. Какие проблемы. Steam давайте перезапустим. Точнее, на страницу зайдем. Какие наши проблемы? Давай. Ну ладно, мы подождем еще, господи. Я могу, в принципе, и Steam перезапустить. Какие проблемы-то? Никаких. Боже. Чё, я зря, что ли, сидел тут? А, вот, начинается загрузка. Ну, все пошла. Надо было просто Steam перезагрузить. И сколько? Там, она 65 должна была весить. Предварительная загрузка, по-моему, 55 было. То есть, еще где-то 10 гигов. А, ну, все, устанавливай. 2 часа 5 минут. Ну, в общем, сейчас, пока я жду, можете посмотреть, что я обычно делаю, да, когда сижу в 2 часа ночи, смотрю всякие видео, херней занимаюсь.
всякие стримы и прочее, там, летсплеи. Ну чё, два шанса на успех? Хотя, конечно, все фильмы играют. Тоже и сериалы, хотя сейчас все сериалы уже закончились, такие интересные, там, «Лучше звоните Солу» закончилось. Толкает какая-то пизда вместо этого. Иди, блядь! Ты чего творишь-то? Что это? Заебал орать, Мэдисон. «Лучше звоните Солу» закончилось. Что там еще? Это как его? «The Walking Dead». Пятый сезон закончился. Хотя сейчас «Игра престолов» в первой серии вышла. Но я люблю смотреть от «Lost» фильма. От «Lost» фильма переводики. Все сериалы смотрел от него, и поэтому я всегда жду от них. Такая небольшая реклама. Но это чисто такое видео, несерьезное, так... Чисто поболтать, как говорится, да, с вами, там, кто это видео посмотрит. Для таких моих подписчиков, да, которые меня давно знают. И те, кто это на видео наткнулся, вообще не понимают, что я несу, кто я такой вообще. Я говорю, надеюсь, она не будет собирать... Лайка, босс. Вуп, вуп. Чё там тебе? Скоммунизил. Так, теперь еще более напряжная тема будет. Надеюсь, огонь не соберет у нас столько же просмотров, как этот, как его... GTA 4 Максимум. 200, 300 тысяч. Мне бы сейчас ее просто на средних бы запустить. Но, кстати, это видео не будет полностью бесполезно, то есть я... могу выписать. Да, что, в принципе, сейчас пока время есть. Покажу это, как его, мои... Как говорится, конфигурация моего компьютера. Найду еще. С не полностью бесполезное видео. Где это находится-то? Боже, как же лагает из-за того, что оно загружается. О, компа на моей старой квартире. Ну, в общем, что у меня? Разрешение монитора 1600 на 900. Так. Core 2 Quad Q. 6600, 2,4 герца, 4 гига оперативной памяти, жесткий диск на... Ну, это не важно. Видюха GeForce GTX 560 Ti, DDR5, 1024 гигабайт. Ну, на гиг, короче. Ну и посмотрим, в принципе, насколько она запустится. Такое видео тоже ознакомительное, кто хочет это узнать, как потянет. Ну чё, братишка... Уже 2.13, запоздал я немножечко с первым запуском. Ну да ладно, это было логично, что ее надо подзагрузить еще файл. Она же не полностью, она даже в стиме невидная папка была. Ну чё, всё? Можно играть? То есть, если я сейчас нажму играть, будет игра? Или будет опять какие-то еще? Да, на 100%, то есть, в принципе... Я, наверное, тогда сейчас OBS выключу, и будет сейчас первый запуск GTA-шечки. Не. Да, забудьте все, что я говорил. Естественно, она еще должна распаковаться. Время меняется. Вроде как вначале было 15 минут, потом 20. Ну, понятное дело, сейчас все уже качают. 2.40. О, господи. Херни из страны, лучше спать пошел бы уже. Ну ладно, ладно. Да, уже все скачивают, все качают уже. В новостях, наверное, ВКонтакте там. Вообще там все, наверное, с ума сходят. Ну да. Можно сказать, что так оно и есть. Уже доступно. Даже помидорка за решетки. Поздравляет все. Да. Шкальники. Шкальники уже радуются все. Ай, господи. Тут уже даже стрим пытается пакать этот официал. Либо он, либо не он. Ладно, чё. 34 минут. Ну, время постоянно меняется, потому что кучу людей качает. Даже если, наверное, сейчас на Steam зайдем, там это, по-моему, поменялось уже. Как он... Обложка, да, уже доступна теперь, пишет. Еп. Уип-вап-вап. Бада-бибом. Ну что ж, 2.41.
Такой херню занимаюсь. Зачем я вообще это видео пишу? Просто поприкалываться. Ладно, хер с ним. Запущу уже, когда... Включу фрапс, когда уже будем входить... Входить в GTA полностью. Сохранены. А друзья и члены банды... Я не могу. Это такой ажиотаж. Такой ажиотаж. Вы просто... Вы просто видели, я не могу это не заснять. Такой ажиотаж сейчас. Все пытаются просмотры себе набить. Все пытаются что-то сделать, да, чтобы это... Даже Мэтт уже бы не запустил. Ни хрена у него как быстро загрузилось, сука, замарзи. А у меня сколько там еще осталось? Илюк, если ты смотришь это, ты можешь это посмотреть. Привет тебе передаю. Скотина, ты такая, ненавижу тебя. Мне же самому интересно запустить. Ну, можем глянуть, что у Мэда происходит. А почему бы и нет? О, господи. Не играй! Не надо. Мид, расти, он такой. Я не хочу терять свои воды, как бабы перед родами. На медиум запустился стрим. Фрапс пока. Наверное, люди сразу скажут. Все равно еще не скоро тебе. По мне так выглядит симпатичнее, чем на плойке. Или нет, но я просто... Как лагает-то всё? Чё там? По мне это выглядит точно так же. В Намасу не понравится. Такой ажиотаж просто. Капец. Почему старики, лысые охранники самые недоходчивые? Жалко, я стримить не могу, мой комп не тянет. Так по стриму тоже. Я сегодня за Хасана играл в Fallout и взрывал людей пачками, так что... Знаем мы твоего Хасана. Да. Может, кстати, теперь Хованский пройдет все-таки GTA на приставочке, которую он так любит. Он поиграл 5 минут и сказал, что это говно. Заблудился, кстати, на этом уровне. Так, ладно. Посмотрим, что у Люхи происходит. Погнали. Единственное, я не знаю, как перекаты будут на компе смотреться. Ну, даже вот так вот поставлю. Почему бы и нет? Вот за факт надо. Видно. Я в шухерню, ребят, занимаюсь. Спасибо за подписку, дети торонят коня. Самое забавное, что мой сосед по выходным нажирается водки и ставит эту песню на полную громкость постоянно. Так что я подозреваю, что мой сосед просто слышит, как я играю в GTA, возможно, включил мой стрим, и он уже настолько деградировал от этой песни, что даже ником ее выбрал. Люха. Я, к сожалению, не вижу сейчас чата, поэтому если игра слишком громко, то извините меня. Ладно. Хватит херней страдать. В общем, левый альт. Половину все равно там надо будет монтировать. Бред полный. Ждем. Сейчас 2.53. Видите, мне никакой сцены не нужен, чтобы... Ну что ж, не прошло и часа с 2 часов ночи. Что, можем праздновать, как говорится. Поздравляем всех пикашников с выходом. Консольщики, наверное, сейчас вообще ржутся с этого ажиотажа. Я сам охереваю. Это смешно. Так, разрешение экрана надо, естественно, менять. Это божество. Давай, давай, давай. Покажи мне, на что ты способна. О, боже мой, сразу же меняем. Это говно. Так... Графика. Ой, толком я ничего не запущу на этом, конечно. Ну ладно. Разрешение сразу же меняю, само собой. 1600, 900 даже ты. Бедный мой компьютер. Так, давай. Запусти. Да. Чего, давай. Меня это прикалывает. О, господи, вот это самые оптимальные настройки для моего компьютера. Я уже показал в начале, какой у меня компьютер. Я не могу, ребят. Сглаживание нахер. Вертикальная синхронизация нахер. Население города. А побольше могу поставить. Спасибо. Ага, где-то все перебор. Я даже не могу оригинальное разрешение запустить.
Посмотрите, что происходит. Но это потом надо будет еще с этим, как его, химичить. Качество ванды стандарт, частиц стандарт, трава, мягкие тени. Мягче, мягко, мягко, очень-очень мягко. О, боже мой. У меня все отключено, даже тесселяция. А нет, тесселяцию можно поставить. Высокая даже, очень высокая, это никак не влияет. Да ладно. А, вот, уже влияет. Я просто прикалываюсь, да. Смотрю на это все и... Ой, ладно. Это смешно. На Макс легко не получится. Усиленность города побольше тогда поставим. Это мне позволяет. Это что такое за шкала? Ладно, хуй с ним. Сука, заебала. А, сейчас настраиваю. И увидел такую херню. Сейчас. Можно ее назад вернуть? Да. То есть это... Вот как запускать GTA на максе легко, да? GTA 4 на максе легко. Ну давайте попробуем сглаживание. Я думаю, не буду сильно рисковать, мне это не нужно толком. Я потом это все буду настраивать. Я, наверное, лучше вот население поставлю побольше. Хочу посмотреть. Текстуры, все это стандарт, мне это нахер не нужно. Сглаживание, качество воды и там прочее. Не буду сильно нагружать, чтобы мой комп не сгорел. А то... Мало кто знает, что у меня тогда было GTX там 7600, что ли, по-моему, и когда я GTA 4 на максе запускал, она у меня потом сгорела нахер. Я потом купил этот, как его, ну, не 560 Ti, который сейчас, а другое. Ладно, короче, без разницы. Настройки по умолчанию, применить изменения. В итоге чуть-чуть побольше я запускаю, да, 1252, принять изменения и... Все, давайте уже начнем. Хватит уже херней страдать. Сюжетный режим. Поехали. Ну что ж, надеюсь, теперь без проблем все будет. Да. Текстурки, конечно, на стандартном. Ай, ладно. Не буду об этом говорить. Не вонамаз же ведь какой-нибудь. Так, от первого лица могу играть. Да. О-хо-хо-хо-хо. Как давно я это ожидал. На Xbox 360, конечно, такого не было, само собой. И это классно. Давайте, блин. Давай нахер. Иди туда нахер. Пошли туда нахер все. Перезаряжаться, наверное, на. Погнали, будем от первого лица играть. Как прям в шутерах. Ух ты, ух ты. Кого там выбрать-то? Подорвать. Ух ты, какие текстурки. Ой, ну это все потом можно будет перестроить, когда я буду уже проходить там от GTA Online там или прочее. Я... Это сейчас тест. Тест. Погнали. От первого лица GTA, блин. О боже мой. Это вообще что-то с чем-то, конечно. Да это я все уже проходил, это я все видел. Поэтому я тут особо так, типа, вау, как круто, там все дела. Я ж проходил это все уже. Ах ты, сука, мразь. Да, левый альт, господи. Это так неудобно. Надо будет потом перенастроить. Начать запись, во время записи от первого лица вы можете изменять камеры. Идите в жопу, потом буду разбираться. Угу. На нахер. Там, по-моему, клавиши F5, F6 можно переключать. Насколько я слышал. Ага. F7. Понятно все. Ладно. Потом разберемся.
Да-да-да, спрятаться. От первого лица прячемся. Ну погнали. Погнали. О, господи, как это удобно. Как это, мать твою, удобно. Это просто... Это что-то с чем-то, ребят. Так, спрячемся за укрытие. Классно. Просто от первого лица это, блядь, так давно этого ждал. Ой, сука. Охереть. Нахер. Никакая тебе геймпад, блядь, ебучий. Уж простите меня, консольщики, но геймпад это херня. Геймпад это херня. Я не знаю, как мне вообще играть. Я криворукий, можете даже так сказать. Все, идем. Почему здесь вот они не могут тачку взять? А, у них там подельник точно. Чего? Ты что, шутишь, что ли? Ладно. По-быстрому. Все по-быстрому, как профессионалы. Профессионалы в деле. Мастер Counter-Strike. Чемпион Counter-Strike. Вот и все. Какие проблемы? Так, F6, F5. F5. Да, можно переключать. Все, панда теперь на месте. Классно, классно. Быстро? А, можно еще и быстро перебирать. Нихера. Класс. На Alt нажимаете. Да, конечно, простите, что я так тихо комментирую, потому что 3 часа ночи. Все-таки я не один в доме. Просто... Что, смеетесь, что ли? Позорище просто какое-то. Блять, пошли в жопу. Ничего, мы уже свалим отсюда или нет? Сколько можно уже? Видел там тебя с... А, ты уже сдох. Ладно. Ну-ка. Да, детка. Беспредел. Ч хули ты там? Ладно. Тени, конечно, надо будет потом их изменить. Потому что пока не лагает. Погнали. О, на клавиатуре управлять машиной, это так охерительно. Класс. Классно, классно, классно. Ah,
Так, ну-ка вспомним, как управляется на клавиатуре. Давненько я в GTA 4 вообще тоже не играл. Да, ну и сейчас конец будет, развязка. Этой миссии. Трево. Ну, вы знаете, даже на средних неплохо выглядит. Вот так-то я вам скажу. Конечно, тени. Да. Кто ж так стоит-то, господи? Правила войны не подбирать выжившего, которого подстрелил снайпер. Это же ловушка. Это же видно. Ну все, давай. Дерево. Так, давай-ка от первого лица. Мне прикалывает это. На, блядь. Вы не на того напали, суки! Лицо со шрамом нахер! Так, сейчас убьют. Убили. Да ладно. Че, серьезно, что ли? Ай, позор. Так, какое у него еще оружие есть? Ничего у него нету. Безоружным, конечно, безоружным оставляем. А, тут еще. Понятно. Хотя, от такого лица лучше. Да, тут, кстати, пригодилось бы автоприцеливание. На джойстиках. Господи, что со мной? Так, отлично, продержались. Давай, насилуй ее, короче. Вот и все. Первая миссия. Такая вступительная. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified. Perhaps. Not just. Пришел проститься. Сам Майкл. But we know that you will show mercy to our... Не все так просто. Your son, James. He's a good kid. A good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. Он просто летсплейщик, ты ничего не понимаешь. What about you? What about me? Стример летсплейщик. Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a... Useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out.
Блять, этот психолог, конечно. Такая мразь. Он не будет сплерить. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ну и начинается заставочка. Да. Нет, с графон надо будет потом похимичить. Там как на консоль, как 360 напоминает. Xbox. О боже мой. Да, графон не, блин. Но мы сейчас еще потестим это. О! Господи, как же тебя? Забыл уже совсем. Уже память. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh, yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm nigga. Getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Nigga. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Переулок, конечно, напоминает в начале, да, как GTA San Andreas, короче, помните? Выкидывает еще велосипед здесь. Должен быть. Ух ты! Ну-ка, иди сюда, сука! Я вообще люблю кошек. Я собак не люблю, но я хотел это испытать. Простите, те, кто любит животных, я должен был. Это все-таки GTA. Так, ну и чего? Ну чё, может быть реально потестить графику, насколько я смогу на своей системе запустить. Пусть видеокарта даже сгорит. С прапсом еще плюс тому же. Да, я, пожалуй, попробую сделать сейчас. Ну, в общем, я как... В общем, я как Шингис чутка прихуел. Сейчас покажу, что я смог добиться более-менее. Сейчас графика. Вот так это теперь выглядит примерно. Сейчас. Конечно, не на супер, ультра. Я уже пытался запустить это пиздец как Логатрон. На таких настройках. Так, тут еще дополнительные настройки, оказывается, есть. Я увидел только что. Капец. Ой, ладно. Подлагивает. 25 FPS мне теперь показывает. В видеокарте моей пиздец, я вам скажу. Ой, господи, жесть какая. Жесть. Давай красненькую. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Да, лагает. Лагает.
Энда. Окей. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Law. Oh, it's like that. Show, homie. О, господи, охереть. Ай, не лагай, плиз. Ай, сука. Ай, нет, я не смогу с такими настройками играть. Да, к сожалению. Ну, давайте немножко потерпим, еще хочу посмотреть. Не, нереально, нереально. Пошло в жопу. Да, самое большое по потреблению в памяти это текстуры. Как вы видите сами. Да. А-а-а. Угу. Опять? Ладно. Ну вот теперь неплохо. Неплохо. На таких настройках можно поиграть. Ладно, живи. Сука, заткнись. Давайте уже быстрее. Задолбали уже. Я уже 5 раз вижу. Рэпчик. О, господи. Не футспид какой-то. Да, на таких настройках можно, в принципе, играть. Потом. Ну, в принципе, сейчас могу показать, опять же, на моей системе, которую, я понимаю, что я уже достал вас этим. Но это же тестовое видео, вы должны понять. Вот так это все выглядит у меня. А, ты выключил это склаживание сам? Ну, окей, окей, ладно. Полосочки. Угу. Все, задолбал, я хочу уже поиграть немножко. Сколько можно? Ну как GTA 4 теперь стало выглядеть? Ты чё, псих? Caps Lock? Что? Специальная возможность Caps Lock? Блин, надо управление менять. Да ладно, Caps Lock. Блять, так неудобно. Ёб твою мать. Отвлекся на него. По-моему, мне тут нужно первым прийти, да, типа? Да похеру вообще. Я хоть осмотреться хочу. Хотя нет, не похер. Иди сюда, сука, мразь. Иди сюда. Так, капслок. Ой, боже мой. Ой-ой-ой-ой, капслок. Блять. Ты чем делает, псих? Отсюда, блин, почему? А, то есть мне не надо на... Блин, я совсем уже забыл, как играть. Ну, какую миссию, короче, забыл уже. Я же в прошлом году летом проходил. Нахер идите. Я думаю, надо первым было прийти. Так. Да, нормально играет. Please, homie. Блять, пизду от первого лица. Никогда не любил в гонках от первого лица играть. Не мое это. Shift, леп, господи, управление на клавиатуре, это жесть. Блять, все-таки геймпад лучше. Пока по первым впечатлениям. Как радио переключать? Я еще пока это не знаю. Когда эта миссия кончится, я уже хочу по городу походить. Копов поубивать. Заебали эти миссии вступительные. Да блять, похуй уже, давай. Фары, блядь. Сука, нахуй идите. Блядь, чё за... Какой хер?
твою мать! Все, наконец-то закончилось вот эти вступительные, блядь. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Нет, еще не все. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Эти все вступительные миссии. Че с управлением? Че на него? Че с тобой? Что с тобой? Я вообще не нажимаю ничего. Сам едет. Смеешься, что ли, надо мной? Пизду вас всех, копы. Нахер идите все. Прорисовка прям как в GTA 4. С моими настройками. Сейчасшними. Я прям вернулся в 2008 год. Когда тоже тест делал. Ой, зато запустился. Давай, ждем. О, фак, да-да-да, конечно же. Блин, увлекся немножечко. Вот, поняли всем. Суки мрази. Нигер, нигер на дороге, нигер. А, боже мой. Жесть, блин. Все, отстали от меня, нет? Что, хочешь разобраться со мной? Ой, ладно, все, едем уже в автосалон. Закончим и побродим немножко, и закончим это видео. Хватит уже херней страдать. Самое, наверное, мое скучное видео. Да. Как сменить радиостанции? Меня, блять, бесит, сука, рэп. Да, вот и управление. Пешком. Нет, мне транспорт нужен. Господи, это неудобно, нихера. А, это что у нас? Да. Я понял. О, наконец-то. За музыку бы не забанил. Нет. Вот пусть хоть что-нибудь играет. Наконец-то. Сынулика тут, да, по-моему, сынулька тут. Майкла. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? What you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Конечно, неудобно находиться в субтитры. Слишком низко. Look, man.
Да, наконец-то. Заебала я эти уже миссии. О, отпускает на вольные хлеба наконец-то. Да. А, этого еще довести надо. Дайте мне поиграть нормально. This chump change. I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat peasocky. Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Кто-нибудь так может еще? Вот как она? Как она? Вот так вот надо. Изи просто, изи поездка, изи. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Nigga. Мамаша долбанутая. Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening! Goddamn freeloader. Na-na-na. Na-na-na. Мы все это знаем. Все хорошо. О, какие отражения-то у меня стоят. Сука. Да ты секси просто. Зато по дому теперь от первого лица можно ходить, это круто. Чего? Чего? Все, отстаньте от меня. Где там поспать можно? Так, управление. Прикольно. Все, можно создавать уникальные. Сначала держать так, чтобы выбрать режим и начать запись. What? Начать... Ох, ёб твою мать. Ладно, похер. Не хочу сейчас разбираться в этом. Ты можешь сохраниться? Ай, ладно, похер. Выходим отсюда. Пис... Отстань. Какая-то проблема с управлением вот у меня лично, то есть я нажимаю, и он иногда бывает лишнее еще продвижение делает. Да это задолбали мне эти подсказки. Я хочу сохраниться, допустим. По-моему, я помню, что можно было прям с телефона сохраниться. Да, сохранение. Само собой. Само собой. Потому что я сейчас буду с ума сходить, с дурью маяться. Да ёб твою мать! Franklin. Пошел в жопу. А, я еще помню, что можно было говорить с людьми. Пешком. Че за режим скрытности? Так, и в телефоне я заметил вот этот. А, что за режим скрытности?
Текст на... А, вот, клавиша Е, понял. Так, стоп. Что? Чё ты... Чё? А, я понял. Привет. Кажется, она меня запала. Ну-ка, давайте сделаем селфи. Так, ты иди нахер. Чё, ты ёбнутый, что? Ты чё, нига? Ты с кем вообще действительно решил связаться? Охерел, что ли, совсем? Ну-ка, теперь сделаем селфи. Так. Так. Сейчас, надо привыкнуть к этому управлению еще. Так. Автопортрет. Совершить действие. Не-не-не-не-не-не-не-не. Погоди. Сейчас. Еще раз. Сука, это охуенная игра. Совершить действие. Происходит с этой игрой? Не, я не сделал снимок, погоди. Господи, эта игра на 10 из 10, только за эту возможность. Сохранить? Да. Это мой первый убитый персонаж в GTA. Запомните этот момент. Цикл действия. Ладно, все, хватит. Херню заниматься. Я все-таки хочу от первого лица побегать. Не от третьего. Третьего неинтересно. От первого интересно. Что, Нига? Не ожидал? What's up? Are you lying, dog? Don't mind me. Bitch. Balloon animals gone crazy. Come on, move. О боже мой. Это 10 из 10. Готи. О боже, это 10 из 10. Не оружие бы какое-нибудь добыть, чтобы устроить вот ханали. Но у меня оружия нет. Вот и на. Вот я вот говорю, бывает такое, что я иду, и она не останавливается. Не знаю, с чем это связано. Залипает клавиши, что ли, или еще что-то. Чем это связано? Ты что, не останавливаешься, что ли, когда идешь? Или ты так тормозишь? Вот он несколько. Я-то отпускаю клавишу, он еще несколько этих делает движений. Что это? Так должно быть? Ладно. Блять, вот это его, вот этот, я не понимаю эту херню, с чем это связано. Типа, как бы, тормозит. What's up, Боже, это охерительно. За мной копы. Мне нужно оружие, поэтому мне нужны копы. Я хочу с ума сходить в этой игре. Для чего эта игра нужна? Чтобы делать херню. Копы, я вас жду.
Да, я здесь. А чё сразу стреляете-то? А-а-а! Тут же это, банда. Точно, они же копов не любят. Отлично, меня сбили. Это замечательно, я могу оружие подобрать. Где пушка у тебя? Да-да-да, первое оружие. Черт, что со мной делают? Блять. Пиздец какой-то. Давай. Перезаряжай. Или он перезарядился? Да что, заебали меня машины сбивать? Первая смерть. В GTA. Может, это Зафрапс, он так делает несколько движений вперед. Я даже не удивлюсь. Постоянно идет и не останавливается. Оружие у меня... Да, не отобрали, конечно же. Я в больницу попал. Вот он вот просто вперед и пару движений еще вперед делает. Меня это бесит. Масап. Жирная. Понятно, пофигу ей. Это охренеть. Да, клавиши залипают, я понял. Слышите этот звук? Да. Клавиши залипают. Надо что-то с этим будет делать потом. Так, как... Так, я хочу посмотреть все-таки этот режим повторов. Включить запись. Запись включена. Угу. Держите Alt, нажав это не, чтобы включить режим повтора, то что это нажмите F3. Клип по повтору могут быть разные времени. Так. Запись выключена. И что это дает? Запись. Нажмите F1, чтобы сохранить запись. А, то есть тут можно и определенную запись делать, да, и... Ну-ка. Посмотрим. Клип сохранился. И как в режим редактора зайти? В редакторе чего? Изменять параметры камеры в редакторе Rockstar. А где этот? Должен был, по идее, в меню находиться. О, в настройках. 25 гигов. Ай, ладно. Это все потом. Держите Q, чтобы повести экран. О, отлично, Q. Да. Как на консольках. Да. Сука, это 10 из 10. Под латинскую музыку. Ну-ка, чем-нибудь из рока. Вспомнить бы еще, где он находится. Во, рок. Ну? Да чёт... Нет, клавиши залипают. Точно. Да-да-да, залипают. Да, не Зафрапс, не знаю, посмотрим потом. Да-да-да. Ах.
В этом вся GTA. Все, ладно, заканчивать пора. В принципе, мы уже достаточно посмотрели. Хватит вас мучить тоже этим видео. Давай, повоюем. Вот и повоевали. Все. Как в этом пародии на зону. Чё там? А, то есть Steam теперь не врубается здесь обычным нажатием. Ну ладно. Да, его реально заносит. Чё-то с этим надо делать. Бич! Бич! Вперед, как снайпер. Да. Дробовик здесь имба, я смотрю. Ну и последний, чтобы застрелиться, конечно же. Все, ладно, на этом я буду заканчивать. Спасибо, кто это досмотрел до конца. Будем, короче, играть в GTA и разбираться со всеми проблемами, которые есть в ней. Имею в виду клавиши залипают там и прочее. Всем спасибо, ребят, всем пока. А я буду сейчас смонтировать это видео, и потом еще поиграю, наверное. Разберусь, что тут надо делать. Так идите нахуй. Сука. Мансуем. Все, всем пока. Потрачено.